Десятки грузовиков с гуманитарной помощью въехали на территорию израильского контрольно-пропускного пункта РС. Груженные фуры с запасами медикаментов и продовольствия направляются в сектор Газа. Возобновление поставок удалось добиться усилиями американских политиков. На прошлой неделе министр обороны США Ллойд Остин и государственный секретарь Энтони Блинкен потребовали от Израиля принятия конкретных мер для решения ухудшающейся гуманитарной ситуации в секторе Газа. В противном случае Соединенные Штаты пригрозили ограничить военную помощь для страны.